2006 по 2007 год занимал должность председателя. Вас, вот всех, и нашего полчаса. В начале департамент создавался в соответствии с государственной программой приватизации, в принципе, для приватизации предприятий. Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание. Вот. Это первые годы была практически приватизация. Потом уже изменился вид услуг, аренда земли, аренда помещений. Но сейчас очень много разных муниципальных услуг оказывает департамент. Одно из основных – это пополнение бюджета. Чем можно действительно гордиться? Тем, что мы в этом году уже в сентябре месяце собрали в бюджет муниципального образования 2,5 миллиарда рублей и планируем до конца года пополнить ему более чем на 3 миллиарда рублей, что может составлять более 50% от фактически собственного бюджета города, но это показатель, который ранее никогда не достигался. 740 и 134 – это вы, значит, справитесь. Хочу пожелать вам успеха. И по большому счету здесь департамент имущественных отношений в этом году он своими выполнениями, перевыполнениями планов по продаже имущества, по сбору платежей за земли, за имущество, в принципе, по большому счету, выполняет нам план. Вот, и за счет этой работы мы, по сути дела, выполняем социальные обязательства перед нашими жителями. Сетей, инженерных сетей нашего города. Это большая